Жители поселка Ола признали виновным за разврат. По версии Следственного комитета по Магаданской области, в январе 2020-го 34-летний ранее судимый мужчина в мессенджере вступил в переписку с несовершеннолетней, о возрасте которой ему было достоверно известно. Он общался с ней на запретные темы и отправлял фотографии интимного характера. Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками МВД России по Ольскому району. Далее следствие привело прямые доказательства причастия мужчины к преступлению, и суд признал его виновным. Исследуя материалы уголовного дела, Ольский районный суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказаний в колонии строгого режима. Мужчина свою вину не признает и находится под стражей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.